Хорошо. Во-первых, поздравляем тебя с чемпионством. Спасибо. Как отметили, уже удалось прийти в себя и настроиться на сборную? Да никак не отмечали. У нас была игра в Краснодаре, выиграли и полетели домой. Все, на следующий день уже надо было ехать в сборную. Просто все мысли о сборной, да? Ну, конечно. Как подготовка проходит к матчу с Мальтой? Хорошо. У нас тут 2 дня, получается, тренировочных. Ну и месяца не прошло, как мы были на сборах, так что нам ничего не мешает. Что скажешь о сопернике? Уже смотрели матч? Да, смотрели, готовимся, естественно, разбираем игроков, стиль игры. Хороший соперник, интересно будет с ним сыграть. Знаешь, как обычно бывает, Мальта, наверное, слабые, карликовые государства, нет? Интересный соперник? Конечно, интересно. Не зависит от того, какая страна маленькая или большая, зависит от того, насколько развит там футбол. Все равно будет интересно. Сборная возвращается в Химки. Как тебе поле, условия, стадиончик? Стадион хороший, конечно, условия хорошие. Да, всегда в сборной были, всегда условия. Хорошие для правильной подготовки.